Команда сыграла один матч, очков пока нет. Еще одно поражение, и старт можно будет назвать поистине провальным. Блащиковский. Навес в центр штрафной. Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. 1-0 в нашей игре. Асамо. Маккарт. И буквально подарил мяч сопернику. Асамо. Атака продолжится через фланг. Партнеры поддерживают эту атаку. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Потерял он мяч, но кому он достанется? Маури. Мяч ушел в аут. Просто подарил он мяч сопернику. Наверняка получит нагоняй от тренера за это. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Уилшир. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Мяч в непосредственной близости от штрафной. Из этого можно что-то извлечь. Не отдает мяч под прессингом. Но вне игры оказывается атакующий игрок. Маккарти. Блащиковский. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Очень похоже на травму. Он все еще на газоне. Опасно! Опасно! Нет, я бы прошу. Маури. Нет, не дошел этот пас до адреса. И через край пошла атака. Тут есть немножко... На грани офсайда балансировал, но не удержался. Вне игры фиксирует арбитр. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. И у соперника теперь мяч. Но это уже совсем плохая передача. Нужно собраться. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать фланги. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Неточная следует передача, и команда теряет мяч. Пас на ход может быть интересно. Блащиковский. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Какой удар! Да ну, это совсем никуда не годится. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Блащиковский. Навешивает в штрафную, есть там кому сыграть. Выбит мяч из штрафной.
Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Ударище! Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Маури. Теперь в атаке уже соперник будет. Не смогли под прессингом мяч удержать, соперник забирает его. Все верно, края надо чаще задействовать. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Мяч достается сопернику, тут явно не ожидал такого подарка. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Обыгрывает он своего соперника. Скидка назад. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают и снова ничья на табло. Все только начинается. Теперь все возвращается на круги своя. Счет снова равный, 1-1. По флангу идет атака, и есть тут свободное пространство. А мяч уже у соперника. Хорошо увидел партнера впереди. 2 минуты и прозвучит свисток арбитра. Великолепный проникающий пас. Грубый подкат штрафной, может пострадать и игрок, и команда. И после первого тайма ничья 1-1. Первая половина. Продолжается наш матч, второй тайм. Мяч перешел к другой команде. Есть шанс развернуть контратаку. Удастся ли выжать максимум из этой ситуации и завершить контратаку забитым мячом? Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Очень своевременный отбор. Если бы не он, быть беде. Блащиковский. Маури. Отличное оборонительное действие. Маккарт. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И пробил.
Такой сейв! Вратарь творит чудеса! Судья показывает на угол поля. Болельщики приветствуют этот угловой. Еще бы! Давно их команда не имела моментов забить. И прямо в центр штрафной мяч летит. И выносится мяч из штрафной. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Пас играет команда, ждет своего момента, перекатывая мяч. 30 минут играть осталось. Ну, мягче, конечно, нужно было передачу делать. Снова точный пас в его исполнении. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Потеряли они мяч, теперь надо отходить в оборону. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Можно забивать! Но нет! Нет гола тут! И как же должно быть сейчас обидно! Отличный момент он упускает, чтобы вывести команду вперед. Здорово играет, очень точно делает передачи в сегодняшнем матче. Как вариант продолжения напрашивается навес. Маури! Такой удар головой. И успевает голкипер среагировать и забрать этот мяч. Мастерски сыграно. А дальше что? Как он работает с мячом? Всех обыграл. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. Потащил один удар, но может быть и второй. Забирает мяч голкипер наконец. Ну, после того спасения этот удар для голкипера. Вратарь, что ты делаешь? Ну, нельзя же так. Все спокойно, мяч прямо к вратарю. До конца второго тайма примерно минут 15. Ну и плюс то, что добавит арбитр. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Удар! И есть гол! Выходят они вперед благодаря этому забитому мячу. Какое-то невнятное действие в обороне. И вот, пожалуйста, как результат, гол. Да, защитники оказались совершенно не готовы к такому молниеносному выпаду. Счет 2-1. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Маури. Судья показывает, что будет угловой. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Плохо сыграно, мяч потерян. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Бьет! Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Лощаковский. Хорошо мяч перехватили в атаке. Хороший по задумке пас.
Можно забивать здесь, но не получается у него забить. Какой же момент был, и кто знает, будет ли еще такая возможность сегодня. Может получиться интересная атака. Можно забивать тут. Штанту мяч угодил, играй! И эта атака могла чем-то интересным закончиться, но защита справилась. Свисток судьи возвещает о завершении матча. Отличный матч мы сегодня увидели, в котором одной из команд немного не повезло. Да, думаю, что тренер проигравших не слишком разочарован. В другой раз так. Навес в центр штрафной. Есть первый. Обыгрывает он своего соперника. Скидка назад. И сравнивают они счет. Хороший мяч забивают. И снова ничья на табло. Все только начинается. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Можно забивать, но нет, нет гола тут. И как же должно быть сейчас обидно. Хороший по задумке пас. Можно забивать.